Кассандра. Все должно было быть по-другому. Много лет назад люди собрались вместе, чтобы воплотить в жизнь теорию, которая могла управлять Вселенной. Теорию о том, что в мире поровну порядка и хаоса. Но хаос завладел умами некоторых из них. Так родился культ космоса. Они повергли Грецию в пучину войны, остановить которую было твоей судьбой. Ты уничтожила культ. Я в этом не преуспел. Ты героиня, но у этой победы есть своя цена. Без хаоса наступит царство порядка. Не будет ни прогресса, ни свободы. Но надежда есть. Надежда на тебя. Надежда на будущее. Нам надо исправить ошибки прошлого. Используй жезл. Верни баланс во Вселенную. Мир рассчитывает на тебя. Тебе надо снова стать героем. Так, ты все видела, да? Так красиво. Правда ведь? Что ты тут делаешь? Теперь все члены культа мертвы. Ну, почти все. Что? Это правда. Я была их лидером совсем недолго. Потом появился твой брат, и цели культа изменились. Малака, вы искали нас? Нет, вашу семью. Люди вроде Леонида, тебя, всегда были угрозой. Но ты удивила меня. Ты не такая, как Деймос. Ты упустила меня. Я была у тебя в руках. Ты дала мне надежду. Я думала, ты поможешь мне уничтожить то, чем стал культ. Сама того не зная, ты помогла. Смело с твоей стороны раскрыть себя. Ты знаешь, что я делаю с культистами? Я больше не могла лгать тебе. Теперь мы можем работать вместе. Мы были бы славной парой, правда? Я хочу понять, что это за пирамида? Как действует? Откуда она у культа? Я и сама пытаюсь в этом разобраться. У меня тоже нет ответов на эти вопросы. Культ поклоняется этой пирамиде десятилетиями. Она заменила Дельфийского оракула, чьим пророчеством внемлет вся Греция. Мы используем веру людей в пантеон мертвых богов, чтобы изменить человечество ради своей выгоды. Пирамида позволяет увидеть будущее. Но не каждый может ее использовать. Только Деймос и другие твоей крови. Но ты ведь что-то видела. Не знаю почему, но видение и правда было. И о чем же? О тебе. В видении ты уничтожила пирамиду, и культ тоже. Я знаю, что будет дальше. Когда культ падет? После нас возникнет новый порядок. Власть будет в руках царя-философа. Люди начнут забывать о старых богах, и появится рациональное общество, созданное людьми и для людей. Мне нужен кто-то, кто их поведет. Но хаос, распространяемый культом, не позволит этого достичь. Так что я не буду мешать культу космоса развалиться самостоятельно. Так, Перикл знал об этом? Я хотела защитить его, потому молчала. Он бы попытался вмешаться, но он не должен был погибнуть, и это правда. Ты бывала не права. Но тут поступила мудро. Ты ведь знаешь, Греция занимала все мысли Перикла, сказав, я бы погубила его. Так, и что будет теперь?
Займемся главным. Создадим новую республику с единым правлением. Вот наша мечта. Пока лишь мечта. Недостижимая. Забудь все, что знаешь. Вообрази, это не демократия. Никаких склок, лишь граждане, что трудятся на общее благо. Безумие. Ничего не выйдет. Уже не вышло. Не безумие, просвещение. Со временем жители Афин поймут, что давно мечтали об этом. Даже ты. Вряд ли. Ты всегда была независимой. Хватит. Нужно, чтобы ты доверилась мне. Поверь мне, мы претворим мечту в жизнь. Извини. Значит, ты доверяешь мне? Я не знаю, что со мной. Я могу объяснить. Любовь – утешение для одного. Если мы преуспеем, мы принесем радость всем. Уходи. Строй свою республику. Лидером стану не я. Нам нужен кто-то просвещенный как философ и мудрый как царь. Таких нынче немного. Я бы не справилась без тебя, Кассандра. Ты на верном пути. Я делаю то, что должен. Значит, у нас одна цель. Кассандра, у тебя много дел, дитя. Кассандра, грядет буря. Она меня не страшит. До скорой встречи, капитан! Хранитель, ты проделала долгий путь. Хранитель? Меня зовут Кассандра. Имена меняются, задачи нет. Ты хранитель, та, что охраняет печать и посох Гермеса Трисмегиста. Твой голос. Я слышала его в Атлантиде. Ты помнишь, меня зовут Алитея. Нас связывает посох в твоих руках. Связывает? Как? Теперь я могу принимать облик, который тебе знаком. Ты доставишь меня к наследнице памяти. Даже сейчас она наблюдает. Говоря с тобой, я обращаюсь к ней. Все это какая-то бессмыслица. Ты поймешь. В Атлантиде печать была скрыта от Пифагора. Она жаждет открыться, но не ему. Твоя задача привести к ней наследницу памяти. Поклянись. Ладно. Клянусь сохранить посох для наследницы памяти, кем бы она ни была. Хозяйка Орла, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Досталось? Пустяки по сравнению с тем, что сделали с Финием. Слышала? Ферос, прошу, подумай. Мне нужно разыскать некие символы. Не могу объяснить, но ты должен мне помочь. Я исследовал гробницы Агамемнона, Этиокла и Ориона. Я странствую, как и ты. Там я нашел символы, перенес на пергамент и подарил его Фидию. Тебе нужно где-то спрятаться, Ферос.
Можешь уплыть с нами на Адрести. Я вечно буду у тебя в долгу. Вот карта. Не слишком точная, но что поделать. Хайре, хозяйка Орла, и спасибо. Царство Агамемнона и Персея. Нужно быть настороже. Алетея, ты в гробнице Агамемнона. Именно здесь наследница памяти найдет нужный символ. И что теперь? Теперь относительно. Сможет ли наследница открыть глаза и увидеть символ? Найдет. А что делать мне? Подождать здесь? Мы выполнили свой долг. Настал ее черед действовать. Было несложно. Альтаир 2, я знаю, где следующий символ. Отлично. И где? В гробнице Агамемнона, в Аргалиде. Альтаир 2, это Лейла. Было непросто, но я внутри. Объясни еще раз. В посохе скрыт искусственный интеллект или разум, который может снять печать Атлантиды? Вроде того. Знаки в гробницах как-то связаны со знаками на посохе. Как? Расскажу, как только выясню. Поверю тебе на слово. Будь осторожнее. Вот это да. Что там? Не хочу портить сюрприз. Скажу одно. Когда я вернусь, вы ахнете. Эти плиты на полу. Надо глядеть в оба. Надо придумать, как пройти. Первый символ здесь. Первый из трех. Прекрасно. Очень похоже на созвездие. Лейла, у нас отказали все датчики. Как ты там? Хорошо, хорошо. Остается найти еще два. Я возвращаюсь в Анимус. Система сильно сбоит. Нужно прерваться и выяснить, в чем дело. Прервемся, когда снимем печать. Отбой. Yeah.
Мегарида, город свиньи. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Хранитель, наследница памяти должна отыскать здесь нужный символ. Справится ли она? Думаю, теперь... Да. Каждый шаг приближает тебя к наследнице. Деймос покажет ей то, что не сможешь ты. Деймос? Как? Придет час, и наследница будет знать. Альтаир 2, я... Кассандра нашла следующее место. Что ж, отлично. Куда плывем? Гробница Этиопла. Думаю, я знаю, где вход. Альтаир 2, я пробралась внутрь. Похоже, я делаю успехи. Но если надоест быть ассасином, станешь взломщицей. Может, не стоит рисковать? Мы не знаем, что было источником помех, а в воспоминаниях Анимуса наблюдаются погрешности. Я это учту, доктор. Отбой. Странно. Я думала, Коля в полу фишка персов. Ah!
Все как новое. Похоже на органику. Краска, дерево. Будто ни дня не прошло. Может, они сохранились благодаря химическому составу воздуха? Есть гробницы, где лежат трупы с полностью сохранными волосами и ногтями. Спустя 1000 лет. Обсудим трупы, когда я уйду отсюда. Вот это да. Статуи прекрасно сохранились. В знак почтения люди жертвовали собой. Второй символ близко. Ты справляешься, несмотря на старания чужака? Чужака? Ты о Вики или о ком-то еще? Второй символ. Еще одна часть созвездия. Может их соединить? Альтаир 2, слышите меня? Чужак слышит нас. Какой чужак? Лейла, мы тебя слышим, но связь нестабильна. Ты нашла второй символ? Да. И я уверена, что Кассандра знает, где третий. Я возвращаюсь. Как твой врач и друг, я прошу тебя, остановись. Мы не можем обеспечить твою безопасность. Посох... Посох дает бессмертие, Вики. Все хорошо. Лейл, прошу. Вперед!
Здесь наследница памяти увидит, как зарождается жизнь из смерти. Жизнь в гробнице? Не зная я силы посоха, не поверила бы. Она принесет жизнь туда, где царит смерть. Ты же обречена на потерю. Закрой глаза и представь того, кого больше не увидишь. Что бы ты сказала? Я бы обняла этого человека и сказала, что мы еще встретимся. Запомни этот ответ и связанную с ним боль. Уж я-то не забуду, Алитея. Я всегда буду помнить. Я буду хранить. Наследница памяти готова увидеть гробницу? Думаю, да. Альтаир 2, прием. Альтаир 2 на связи. Новая цель — гробница Ориона. Вернусь и все объясню. Альтаир 2, слышите меня? Мы слышим. Лейла, ты должна кое-что знать. Помехи в коммуникациях создает внешний источник. Это кажется невероятным, но, похоже, нас подслушивают. Я думаю, это все посох. В том-то и дело. Я узнаю этот способ взлома. Это НИИС. Очень напоминает алгоритм Эрудито. Если бы нас взломали, я бы знала. Неважно, уже скоро я найду третий символ. Знать бы, в каком порядке они идут. Попробуй просто подобрать. Комбинаций ведь не так много. Вполне возможно, что второго шанса снять печать не будет. Ладно, придумаю что-нибудь, когда мы вернемся в Атлантиду. Грабитель был отравлен. Последний символ уже близко. Если хранитель не знает порядок, его должен знать ее брат. Дыра в потолке. Как бы забраться туда? Thank you.
Последний символ. Еще одна часть созвездия. Теперь все сложится. Альтаир 2, слышите меня? Думай, Лейла. У гробницы Этиопла Алитея сказала, Деймос покажет то, что не может Хранитель. Фидий знал то, чего не знал Ферос, и его убили. Она мудра. Альтаир 2, ответьте. Лейла, это ты? Удалось найти символ? 3 из 3. Нам надо вернуться в Атлантиду. А пока сравним наши символы с известными созвездиями. Считайте, это наш план Б. А план А? Кассандра знала, где искать символы, но не знала порядок. Этим секретом владеет Деймос. У нас есть его ДНК. Что? Это безумие. Не безумие. Я настроена решительно. Вернусь в Атлантиду и все сделаю. С вашей поддержкой или без нее. Нет, 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 нет. Может быть, еще немного. Вот и где. Ты? Брессон? Я не хочу этого делать. Не хочу! Ты? Брессон? Меня зовут Деймос. Нет, ты легенда. Тебя не существует. Существую. Сейчас ты поймешь. Лейла, у тебя участилось сердцебиение и повысилась температура. Что происходит? Итира! Коргат! Метин! Это все, что я знаю! Поверь мне! Я не хочу причинять тебе боль. Я твой друг. Ответь, откуда эти символы? Ты ведь расскажешь другу? Тира! Коргат, Метин! Хочешь разозлить друга? Себя в руки. Лейла, там опасно. Нужно вытащить тебя. Нет! Не бойся. Все мы умрем. Просто... Ответь на мой вопрос. Итира. Коргат. Метин. Итира. Коргат. Метин, Итир, Коргат, Метин. Лейла, мы завершаем сессию. Итира, Коргат, Метин. Лейла, ответь. Вики, как ты могла? Иначе было нельзя. В сознании Деймоса ты погибла бы. Чужак. Он слушает. Он? Сигма, открываю огонь. Док, назад! Ее все ранили. Альтаир 2, прием. Альтаир 2, Вики, кто-нибудь, вы слышите? Печать ждала слишком долго. Я не могу. Я видела разум Деймоса. Связи с командой нет. Анимус опасен.
Испытания только начинаются. Хорошо, я справлюсь. Наследница есть сила и стойкость. Итак, назови имя первого символа. Этот символ я нашла первым, и Фиди тогда сказал Итира. Ты вспомнила. Наследница слышала порядок символов. Пора назвать имя второго. Вот этот символ. И во второй раз Фиди явно сказал Коргот. Наследница не просто помнит, но хранит память в себе. Итак, последний символ. Вспомнила. Фиди, сам того не осознавая, случайным образом открыл порядок символов. Он сказал Итира, Коргот, Метин. Лейла, ты нас слышишь? Вики, вы живы? Отряд Сигмы ворвался на корабль. Киоси ранили, но я остановила кровотечение. Он спас нас. Дело не в посохе. Кто-то удаленно взломал нас и перехватил сигнал. Я зашифровала новый канал передачи. Придется помолчать, пока все не стихнет. Хотя бы скажи, как ты? Рада, что все живы. Послушайте, я сняла печать. Атлантида открыта. Прошу, пока нет безопасного соединения, не заходи. Мне и самой не терпится, но мы должны действовать вместе. Как скажете, доктор. Атлантида давно ждала нас и подождет еще. Здесь я буду в безопасности. Сообщи, когда Киоси поправится. Он будет рад услышать тебя. А пока Альтаир 2 вне доступа. Есть там кто? Виктория? Лейла? Вовремя. Я установила безопасное соединение. Полиморфный код не взломать. Рада тебя слышать. Как там Киоси? Ты его знаешь. Он живучий. Не стоит волноваться. Сигма, не верится, что эти твари нашли Альтаир-2. Оказалось, наш сигнал перехватил сам Юхани Отсоберг. Видно, устал от роли Черного Креста и беготни за культом Юноны. Так и знала, что какой-нибудь отчаявшийся хакер из Рудита кинет нас. Они знатно наследили. О нет! Отца все слышал? Если он расскажет другим тамплиерам из внутреннего святилища о наших планах, на нас натравят всех головорезов Абстерга. Раз Берг до сих пор не нашел тебя, все в норме. Ладно, если вы снова готовы прикрыть меня, чего же мы ждем? Посмотрим, что за печать такая. А где Виктория? Ну... Ладно, поехали. Какой простор! Эхо! Похоже на троны правителей. Но кто на них сидел? Здравствуй, наследница памяти. Наконец-то мы встретились. Бунтари всегда найдут способ. Приятно видеть тебя во плоти. Или это голограмма? Наши реальности должны были пересечься. Это был лишь вопрос времени. Кажется, мы здесь не одни. Виктория? Что ты здесь делаешь? Лейла, отпускать тебя одну было слишком опасно. Я хотела лично приглядывать за тобой. А это кто? Это Алитея. Ее голос исходил из жезла. Она Ису, Виктория. Представляешь? Я очень долго изучала человеческую речь, чтобы не звучать, как говорящая палка. Ей точно можно доверять? Не волнуйся, она друг. Хочет помочь с жезлом. Я всегда знала, что наследница памяти отправится в путь с хранителем Кассандры. Тебя я не знаю. Тебе можно верить? Естественно.
Я врач и должна следить за жизненными показателями Лейлы. Она не будет мешать. Все равно, этот путь твой и Кассандры. Чтобы противостоять влиянию жезла, нужно собраться с силами. Когда Кассандра напитает силой себя и жезл, ты тоже почувствуешь эту связь. Лейла должна войти внутрь? Так не пойдет. Кто знает, к чему приведет контакт с технологиями Ису? Не я, Виктория. Я вернусь в Анимус и сделаю все в облике Кассандры. Да, Алитея? Твой путь начнется там же, где путь Хранителя. Анимус покажет, куда идти с помощью симуляции. Как скажешь, Лейла. Но мы должны быть осторожны. Мы будем следить за тобой. Ты готова? Да, готова. Пожелай мне удачи. Одна кровь с теми, кто пришел раньше. Пожертвуй кровью, что вас связывает, и великая печать откроется. Как скажешь. Здравствуй, Хранитель. Ты находишься в тронном зале Атлантиды. В этом зале находятся остатки технологий Ису. С их помощью ты начнешь свой путь. Наверняка у тебя есть вопросы. Ты сказала, что этот зал предназначен для наследницы, но я вошла без труда. Ты заплатила за это кровью, которая так похожа на нашу. Мама говорила, что в нашей крови сила. Значит, это правда. Это место. Пифагор знал, что оно существует? Нет, я не стала показывать ему. Ису возвели зал для других целей, а троны были лишь тронами. Теперь в них мои симуляции. Не бойся, я покажу. Еще задание. Всегда хранитель. Пифагор использовал жезл в личных целях, чтобы получать знания. Он был слаб. Ты нет. Ты проживешь не одну жизнь, прежде чем передашь эту ношу наследнице. Чтобы выдержать тяжесть жезла, нужно обрести силу. Ты найдешь силу в Элизии. Царство мертвых ждет, Хранитель. Что? Я жива. Если я жива, как я вернусь из Царства мертвых? Эти порталы — симуляции. Они сделаны для тебя. Ищи источники силы, откровения Хранителя. Они будут воздействовать и на наследницу. Чтобы найти в Царстве мертвых все источники силы, тебе придется двигаться вперед. Ты просишь слепо довериться тебе. Ты поклялась служить нашему делу, Хранитель. Помни, я на твоей стороне. Я не дам тем, кто пришел раньше, решать твою судьбу. Найди в себе силу. Покажи жезлу, на что ты способна. Подойди к первому порталу. Назад пути нет. Доверюсь ей.
Тебе здесь не место. Еще никто не бросал им вызов. И тем более не побеждал. Скажи, кто ты, или умрешь. А, я Гермес. Мое лучшее творение может держать только потомок Пифагора. Я знаю, зачем ты здесь. Хочешь обуздать жезл? Как твое имя? Кассандра. Но жезл зовет меня хранителем. Что это за место? Хранитель. Славное имя. И путь тебя ждет славный. Это благодатный край Элизий, и им правит могущественная Персефона. Элизий — подарок ее мужа Аида. Она его пленница, а этот дивный созданный ею мир — ее единственная радость. Но с ролью царицы она справляется уверенно. Элизий. Пристанище героев. В детстве я мечтала увидеть его воочию. Зачем она напала на меня? Правители серьезно относятся к вторжению чужаков. К слову, весьма неожиданно встретить здесь живого человека. Я должна пройти испытание и покинуть это место. Великая печать, говорящий жезл, все очень запутано. Позволь мне объяснить. Жезл — дар, а не игрушка. Он может быть ключом, оружием и инструментом для достижения власти. Здесь ты научишься управлять им, пока он не взял верх. А потом Элизий можно покинуть через особые врата. Но Персефона никогда не даст разрешения. Мне нужно туда попасть. Поговори с ней. Кто знает? Может, решишь остаться? Можно сходить к Гекате, другу и советнику Персефоны, или проявить себя. Каким образом? Персефона беспокоится. В наследии Девкалиона, что к югу отсюда, царит беззаконие. Зачем я все это говорю? Ты сама сказала, все запутано. Элизий выглядит мирным. Но у всех нас есть свои тайны. Расскажи о себе. О себе? Меня впервые просят рассказать о себе. К западу отсюда моя скромная мастерская. Великая часто кажется скромным. Пожалуй, сразу пойду к Персефоне. Не торопись. Дай ей время остыть. Ты найдешь ее в величественном Акрополе, возвышающемся над асфаделевыми лугами. Можно пойти к Гекате. Можно. Но она нелюдима. Обитатели приюта Фераи, что на востоке, знают, где она. Спроси их.
Загляну в наследие Девкалиона. Персефона ценит поступки. Если мятеж представляет для нее угрозу, его нужно подавить. Расскажи мне о Жезле. Мне нужно познать его силу. Найди в Элизии мои источники энергии. Восприятие Гермеса. Они наполнят тебя и Жезл силой. Лишь тогда ты сможешь двигаться дальше. Иначе Жезл не обуздать. Ты точно больше ничего не хочешь узнать? Хайре. Когда поговоришь с Персефоной, найди меня в Вере Миноса. Очень жду вестей о твоих успехах. Ладно. Чуть не забыл. Я кое-что изобрел для вас, бескрылых смертных Элизия. Крылья Гермеса. Попробуй их.